Представляем вашему вниманию коляску трость для двойни McLaren Twin Triumph, модель 2017 года, предназначенную для малышей от полугода до 3-4 лет, весом до 15 кг. Таким образом, максимальная нагрузка на коляску 30 кг. По сравнению с моделью Техно, Triumph – облегченная коляска, не имеет подножки и сетчатой защиты для ног. Перед нами модель 2017 года, цвет синий. Модели других годов выпуска и других цветов могут отличаться функционально или комплектацией. Большой водонепроницаемый капюшон защищает малыша от излишнего солнца и непогоды. Оснащен козырьком и кармашком для мелочей сзади. Регулируется при помощи боковых фиксаторов. Обратите внимание, теперь внутренние фиксаторы оснащены петелькой для удобства использования. Капюшон можно увеличить, расстегнув молнию. Таким образом открывается дополнительная секция с вентилируемыми вставками. Капюшоны прекрасно защищают малышей даже при полностью разложенных спинках коляски. Пятиточечные ремни безопасности регулируются по длине и высоте в зависимости от роста ребенка. Легко расстегиваются при нажатии на центральную кнопку. Теперь плечевые ремни легко отсоединить от поясничных. Обратите внимание, в данной модели подножка не регулируется. Внизу мы видим подножку для уже подросшего малыша. Наклон спинки коляски регулируется примерно до 150 градусов при помощи системы ремешков сзади. Это подойдет для малышей, которые уже научились сидеть самостоятельно. Не забудьте закрыть спинку капюшоном, чтобы малыш был в безопасности. Прогулка с коляской McLaren Twin Triumph – это просто. Передние поворотные колеса дают отличные возможности для маневрирования. Передние поворотные колеса можно заблокировать, просто опустите фиксатор вниз. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Передние колеса легко снимаются для чистки. Для этого используйте кнопку спереди. Амортизированная подвеска позволит вам путешествовать без проблем. Внизу мы видим две корзины для покупок. Ножной тормоз блокирует сразу все задние колеса. Опустили вниз, поставили на тормоз. Вверх сняли с тормоза. Коляска оборудована двумя ручками эргономичной формы с мягкими нескользящими накладками. Здесь же мы видим ремешок на руку. Контроль в любой ситуации. McLaren Twin Triumph складывается легко и просто, компактной тростью, как любая коляска McLaren. Для начала уберите капюшон. Затем подтолкните красные педали наверх. Нажмите на оранжевый фиксатор по центру и сложите коляску. Коляска компактна в сложенном виде, не занимает много места, удобна для транспортировки. Ее можно нести за ручку. Имеется фиксатор от раскладывания. Чтобы разложить коляску, ослабьте фиксаторы, потяните ручки наверх и нажмите на педали. Коляска готова к прогулке. В комплект McLaren Twin Triumph входят дождевик, ремешок на руку и инструкция. Уточняйте комплектацию вашей коляски при покупке.